Если рука не пролазит... Вот, здесь не то, что рука, здесь вот три пальца влазит и все, но никак не закрутишь. Ни лампочку, ни на цоколь не насадишь вот этот плафон. Поэтому делаем так. Берем простую пластиковую бутылку с-под минералки и обрезаем ее. Вот, смотрите, вот эта сторона не входит, мы ее обрежем, нижняя, а эта входит. Так как у нас и это не входит, то мы обрезаем вот так вот и немножко ее уменьшаем. Вот я ее обрезал, видно? Вот, вдоль. И сейчас будем вот так вот закручивать и подрезать, равнять. Для лампочки мне нужно вот, чтобы она зашла. И вот так вот я ее прижму. Видите, вот я держу уже лампочку вот так вот. И здесь я ее скотчем прижму и закручу. Примерно и для вот этой тоже будет, которая будет крепиться к цоколю. И держать плафон тоже вот так вот где-то. Теперь еще возьму двухсторонний скотч и приклею на края здесь. Вот, скотч приклеил на края, теперь сюда и будем закручивать. Вот, смотрите, какая конструкция получилась. Вот, смотрите, какая конструкция получилась. Ну, это типа вместо ключа, понимаете? Есть такие специальные ключи, но покупать ключ можно не обязательно. Вот эта конструкция, и мы, значит, раз, и вкручивать будем. И все, втянули. Оно само тут оборвалось уже. Вот. Вон, видите, скотч по краям. Потом его надо достать еще будет отверточкой. Но уже держится, смотрите, как хорошо. Вот. И теперь вытащим скотч и лампочку сюда вставим. Скотч можно просто достать отверточкой. Вот один кусочек. И тут второй. И вот второй. Они уже не нужны. При помощи бутылки, да, пластиковой, двух маленьких кусочков скотча мы закрутили плафон. Теперь закрутим лампу сюда. Видите? Тут три пальца только входит. Ну вот. Ну, может как-то попытаться так вкрутить. Ну, сейчас посмотрим. Вот лампа. Лампа маленькая. Она не достает. Вот. Не проходят пальцы. Ну вот как ее? Два пальца, три не проходят, чтобы крутить ее. Поэтому будем делать приспособление. Разбираем эту конструкцию. Тут очень легко, тут просто вот скотч и все. Тут я даже не клеил. И вот, когда я разобрал, видите, я даже скотч полностью не снимал. Сейчас буду подбирать под размер лампы и скотч зажимать. Смотрите, как здесь я сделал. Просто скотчем и на лампу, и на эту намотал. Оно держится, хоть как не тряси его. Вот такая конструкция для лампы, чтобы ее вкрутить там, где не достает рука. Смотрите, я просто здесь сделал под размер, вот оно у меня прорезанное, загнул. А здесь скотчем его приклеил, и здесь, все, больше нигде нету ни скотча, ничего. Будем вкручивать. Итак, вот наша конструкция, вот она. Видите, как хорошо она доставать должна. И мы сюда ее вставляем. Здесь уже удобно, можно двумя руками. О, сразу загорелось. Так был свет включенный. Ну и все, оборвать ее, прокрутить. Все, оборвал. Вон чуть-чуть скотча осталось. Сейчас я его аккуратненько отверточкой уберу. Вот я свет потушил. Видно вот сбоку. Вот тут чуть-чуть скотча. Возьмем пинцетик
и аккуратно. Вот, вот и скотч. Все, лампа освобождена. В следующий раз надо просто на следующие лампы не сильно прилеплять скотч. То, что я уже чересчур там прилепил. Проверяем. Все горит, оно сразу загорелось, все работает. Теперь на эти лампы еще надо одеть. Тут нету лампочек. Вот такой вот способ. Кому чем-то помог, я буду рад. Потому что сам мучился, не хочу, чтобы другие мучились. Благодаря вот пинцету, бутылочке, буквально за 5-10 минут все это меняется. Все, всем пока-пока. Вкручиваю следующую, уже сильно я ее не приматывал. Чтобы легче она оторвалась. Оп, загорелась. И в эту сторону чуть-чуть ее прокручиваю. И снимаю. Все, я уже сильно ее не прижимал. Видите, две уже. Ну, третьей у меня нету, надо купить. И будет три. Такой вот легкий способ.